действительно, не часто к нам обращаются пациенты, которые говорят, что у них плохие зубы. Но оценить состояние своей полости рта, состояние своих зубов пациент не может. Это может сделать только врач-стоматолог. И причины нездоровья зубов могут быть разными. Для этого нужно регулярно посещать стоматолога, правильно чистить зубы, проводить профессиональную гигиену 2 раза в год, вообще являться на профилактические осмотры не менее 2 раз в год, обращать внимание на питание, образ жизни, формировать правильное отношение к своему стоматологическому здоровью с детства. Да, действительно, встречаются пациенты, у которых очень крепкие зубы, генетически так сложилось. Будет это крепкая зубная эмаль или подвержена кариозному процессу. В любом случае, те и другие нуждаются в профилактических осмотрах, которые должны проводиться не менее 2 раз в год, проводить профессиональную гигиену и быть, в общем, под контролем специалиста. Если вы считаете, что у вас плохие зубы, вы ошибаетесь. В любой ситуации не отчаивайтесь. Выберите себе доктора, проведите весь курс лечения, и тогда ваше стоматологическое здоровье будет в порядке.